Майские же, блядь, закончились. Когда же это уже закончится? Супер трип. Блядь. Просто так начинаются хоррор-фильмы. Нахуя больше пизде живет? Блядь, пиздец. Алло. Люди! Ну что, я думаю, долго гадать не стоит, куда наконец-таки опять ведет меня мой мраморный чемодан. Еще я очень долгое время уже хожу без косметики. Это очень подозрительно как-то. Коль глядишь, может быть, еще и бодипозитив начну пропагандировать. Ну что, моя любовь встретила меня с улыбкой. Правда, что-то он какой-то холодный немножко, но ничего. Хорошо, что теребишь арбизики, а не арбизики. Маша детство в жопе заиграла. Класс. Просто у нее сейчас болезнь Торетта начинается. Ну, в принципе, мы закупились. Кстати, аккуратно, ты чё, блин? Вот будет очень давай. Катя, аккуратно. Я вас так страшно, как? Катя, ты как бежишь? А, блядь. Ну, блядь, музыку выключили. Ты снимаешь же историю красивую. Кость, ну, пожалуйста, ну, прости, ну, поправилась чуток. Смотри, отвечаю чуть-чуть. Кость, прости, пожалуйста. Даже персональные крылышки Баффало для вечериночки. Гав-гав! Хотим вам сообщить радостную новость. У нас теперь появился канал. Нет, аккаунт же у нас нет, появился. Нет, канал у нас уже был. У нас появился новый аккаунт. Маша, верни, пожалуйста, по душе. Вернись по душе. Извините. Там что еще ставят обычно Катине? Просто распространите информацию. Отмечайте своих друзей, мы ждем вас всех в гости. Настроение сегодня поторговаться за стол, на котором вы будете распивать свои алкогольные напитки. Поэтому следите за новостями на нашем Баффало паре. Блять, вот это я понимаю хайлайтер. Супер модная прическа, пацан Трэ, конечно. Вот он, мой Петруша, а вон там мой Володя. Володя, привет. Кать, ну не так же сразу все, ну подожди. Шашлындос. Мое настроение ехать еще целый час. Да, колонок. А в Петербурге уже начинается White Night, and значит, что скоро вообще будет одна сплошная светлина, поэтому всех туристов приглашаю в город Санкт-Петербург посетить зме. Кать, ты куда меня нахрен ведешь? В лес? Мне пизда. Хер пер бёрздэй, мардир френдер, хер пер бёрздэй, трую. Вкусно? Спасибо, да.
Катя, я, конечно, понимаю, что у тебя сегодня день рождения, как бы тебе все прощается, но я вот сейчас стою в 6 утра и думаю, каким бы способом мне тебя уничтожить? Welcome to Comprende. Вот они. Вот они. Вот они. Пиздец, 6 утра, блядь. Собаки. Мрази. Катя, с днем рождения тебя. Едем с комфортом. Мари тоже едет с комфортом, очень там не видно, да? О, открывает. Вот она. Один лишь вопрос. Чего хочешь ты? Улыбнись. Все одинаково. Музыка где-то плакала. Слушай, что-то там тело так сильно тобой заболело. Мэри, не надо сосаться, пожалуйста. С камерой. Сегодня теряю детство. Ты серьезно? Угу. Не, ну раз такие братья приходят, то, блядь, нормально, да? Они тоже на море, как говорят, блядь, такие еда, как будто хуй. А че, я че, лысая? Я тоже на море. Приехали на море погорять его. А волны, солнце, жара, пляж. Курорт одним словом. Глубоко, поближе, поближе. Не слишком глубоко считаешь? Вот, вот. И взяли и поехали, поехали. Идеально, идеально. Море, море. Кайф. Очень быстро из прачечного лука я превратилась в разнорабочего. Ну ничего страшного, оно того стоит. А что это за гномики? Команда X. Спасибо. С днём нарождения! Или как там говорится? Как там говорится, Гок? С днём нарождения. Как еще раз? С днём нарождения. Спасибо. Алло, солнце, у нас как бы вечеринка от слова вечер и инка. Пожалуйста, можно уже как бы упасть в кану и нам провести нормально? Ну, короче, идите в жопу. А ничего, что я руку не чувствую? Ответь меня. Тварь, еще пердит мне под нос. Это знак приветствия. Супер вообще, просто. Блин, по-моему, красиво. Очень. Ой, сделайте мне тоже ребенка. Ой, нет, да привет! Хлеба. Сука. Роскошная моя. Как будто сиськи, да, есть? Молодец. Ой, супер. Супер, Гог. Не, вообще-то у меня подросла одна. Это... Только одна? А вторая не очень? Только больше стала. М-м-м. Ну ладно, молодая. Горячая грузинская женщина. Богиня. А-а-а, какая кошечка. Настроение, блядь, дурдом. Гог! Почему в кроссовках? София, блядь, себе кроссовки, блядь. Иди помойся, у тебя из-за рта воняет. Я шучу, не воняет, я просто хотела для видео сказать, что у тебя обосрать. Что ты не услышал? Ну да. Я записала, не переживай. Позиция, что надо. А я думаю, что у меня на башке за эта хуйня, блядь, сейчас не мне. Кроссовки слаб? Будалина! Рот-то закрой. Утренний концерт в честь Happy Birthday. Это сушится. Это еще вчерашний день, это просто сидит и ржет. Это Катюня. И, бля, до хаты выехала на покорение Афинского залива. Поэтому Ахтунг, Ахтунг. Конечно. Люби меня, люби. Сделать все. Надо еще раз делать. Наш фирменный коктейль. Бля, до хату. Люби меня.